руки за спину. Зачем? Чтобы порадовать себя. Всю жизнь живешь по плану, а потом понимаешь, что не можешь ей наслаждаться. Ни удивлений, ни радости, ничего. Совсем. А я так счастлив. Когда бьется стекло, я чувствую хотя бы что-то. И каждый раз по-новому. Завидую вам. Наверное, один ваш день интереснее, чем вся моя жизнь. Пойдемте. В общем, этот мужик постоянно разбивал стекла в определенном районе, и вот его поймали полицейские, то, что он говорит. И действительно, некоторые живут строго по плану. Ни вправо, ни влево. Вспоминая свою работу в спецназе по контракту, действительно, это были мои лучшие годы в моей жизни. И даже работая в охране, мне всегда нравилось стоять на кассовой линии в гипермаркетах. Мне даже предлагали несколько раз перейти там на эстакаду. Там. Но на кассовой линии интереснее. Там экстрим, погони, задержания, драки. После работы тебя угрожают с разборками. Ну ладно, конец съемки.